купят однокомнатную квартиру до 1 миллиона рублей. Предложения ждут по телефону 202-605. Ремонт стиральных машин, запчасти, телефон 60-60-80. Асфальтирование, звонить 24-94-66. Обучение охотников и граждан на травматическое оружие. Школа Долг 2. Телефоны 58-27-25-94-18-38. Бесплатное переобучение на категорию D при наличии категории C с последующим трудоустройством. Звонить в рабочее время по телефону 40-10-40. Просьба вернуть автомобиль Mitsubishi Lancer черного цвета без государственных номеров. Вознаграждение гарантируют. Телефон 8 903 360 56 76. Просьба откликнуться очевидцев наезда на автомобиль Lifan X60 и автомобиль Deo Nexia, припаркованных по улице Чкалова, 2, 15 сентября в 16 часов 40 минут. Телефоны 55-71-76 или 8-932-546-48-22. На предприятие «Оренбургский комбикормовый завод» требуется электромеханик, инженер-строитель. Телефон 56-79-42. Требуется бухгалтер на 62-й счет. Звонить 30-70-65. Требуется уборщица и дворник на улицу Маршала Жукова. Телефон 960-559. В пищевой производственный цех требуется водитель-грузчик, сотрудник с санитарной книжкой. Звонить 8-987-876-26-73. Срочно! Требуется машинист бульдозера на своебойный копер СП-49 на базе Т-170. Телефон 8-922-836-54-64. Требуются водители категории D. Звонить в рабочее время по телефону 90-73-36. Требуются автомойщики. Телефон 28-65-75. Требуется оператор газовой котельной с водительским удостоверением. Телефон 75-22-68. Требуется водитель категории С на ЗИЛ-бычок с краном-манипулятором. Звонить 75-22-68. На базу отдыха Берендей, Дубки требуется администратор 1000 рублей в сутки, разнорабочий с проживанием. Телефон 42-70-71. Требуются водители на маршруты. Телефон 28-69-28. Требуется продавец в продовольственный магазин. Телефоны 8-951-032-04-98 или 8-987-795-66-98. На постоянную работу требуется штукатур-маляр. Телефон 8-932-536-39-80. Требуется посудница-уборщица. Звонить 97-53-80. Требуется продавец в продовольственный магазин. Телефон 21-31-84. В ТК-локомотив требуется уборщица. Телефон 30-20-10. Требуются повара, пекари, помощницы. Звонить 90-84-60. Требуются уборщицы на улицу Пролетарскую. Телефон 29-18-87. В салон парикмахерскую требуется мастер по маникюру. Телефон 96-86-12. Требуется дворник, уборщица. Звонить 28-34-36. Срочно требуются машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист экскаватора одноковшового, водитель погрузчика GCB 3SX-4SX, машинист трилевочной машины. Зарплата от 50 тысяч рублей. Телефоны 8-922-836-54-64, 8-922-878-06-51.
Требуется продавец непродовольственных товаров. График 2 через 2. Зарплата 10 тысяч рублей. Телефон 8-922-623-68-66. Требуется повар-универсал, банщица. Телефон 23-04-26. В организацию требуется грузчик. Звонить 8-905-890-20-98. На предприятии Оренбургский комбикормовый завод требуется водитель КАМАЗа, слесарь, электромеханик. Телефон 56-79-42. Требуется водитель на автомобиль «Газель». Звонить 222-332. Требуется продавец в МОЛ «Армада», отдел «Часы». Режим работы с 10 до 22 часов, 4 через 2. Телефон 8-903-391-79-71. В магазин «Леруа Мерлен» требуется уборщица и прессовщик. Звонить 30-20-12. В круглосуточное кафе требуется продавец и официант со сменным графиком. Телефон 26-94-34. Требуется продавец и швея на ремонт одежды. Телефон 8-987-797-2265. Требуются водители на городские маршруты. Звонить в рабочее время по телефону 90-73-45. Требуется водитель топливозаправщика, механик. Телефоны 43-25-05, 8-987-782-43-75. Требуется водитель категории Е. Телефон 8-922-870-11-97. Организации на постоянную работу требуется машинист автогрейдера и сварщик с личным автомобилем. Обращаться в рабочее время по телефону 8-987-190-31-25. Требуются тепличницы. Телефон 8-912-353-0281. Требуется уборщица в мобильную бригаду. Звонить 30-20-10. Требуются охранники. Телефон 8-909-618-88-80. Требуется грузчик, повара, посудницы. Звонить 8-961-910-2045 или 220905. Организации требуются водители категории CE, БелАЗ, машинисты экскаватора, бульдозера, автоэлектрики, вахта, Казахстан, Оренбургская и Челябинская области. Телефоны 8-903-399-2073, 8-909-614-76-00, 8-905-895-0535. Требуется водитель категории CE на КАМАЗ. Оплата по договоренности. Звонить 28-60-90. Срочно требуется машинист экскаватора одноковшового «Урал-Антей» УДС, машинист крана автомобильного «Урал» КАМАЗ 25 тонн, водитель вездехода МТЛБ «Тягач гусеничный болотоход». Зарплата от 50 тысяч рублей. Телефоны 8-922-836-54-64, 8-922-878-06-51. Требуются электромонтажники. Зарплата от 50 тысяч рублей. Вахта. Крым. Звонить 8-952-136-01-55. Строительной компании требуется прораб металлоконструкции и сварщик. Телефон 602-606. Требуется охранник 4-5 разрядов. Телефон 23-82-55. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.